Ты смело вот там вынесла. Это где вы, а где вы выловили ее? Откуда она? Это Вилково. С Вилково? Маяк. А сейчас рыбка идет в маяках, да? Относительно. Сейчас на данный момент запрет. Да? Когда предложили, есть свежая, есть мясо. Только везет на Бали рыбку. Пожалуйста. Я разрежу, покажу. Мне понравится, вы оставите. Каким весом он ушел? 250. Да. 2 килограмма 250. Солнце не надо. На это покупаем. А, вон она. У вас вся речная из... Да. Морской нету, да? А здесь где-то лоточек был, рыбачка Соня, это вы? Нет, это в корпусе. А, это в корпусе, да? Там, я так смотрел, вроде выбор больше намного. Ну, там немножко другой в профиле. А почем икорка ваша? Это 800 гривен 100 грамм, горбуша 750, форель 500. А вот это, а это что? Это щучка. А, щучья икорка. Ясно. Спасибо вам большое. А для чего снимаем? А Сётр? А капуста почем у вас вообще килограмм? 60 гривен. Я вас снимать не буду, если вы... Да, да. Называется «Одесса голодает», а не голодает. Ну, так я так и вижу. Скажите, что у вас есть? Водки с Варавули есть, гранатовое вино есть, саперовые есть. А вы сами отжимаете? Сами, некоторые сами, данники живут сами, некоторые я тоже покупаю. Покупаете, да? Да. А вы сами из Грузии? В Танике живу уже месяц. Считаю, вообще с Грузии. А родились в Грузии, да? Да. Угу. Ну, сок у вас хороший, мне понравился. Да. Хотите вино тоже дадим попробовать? Я вино, наверное, возьму у вас, потому что мне на кладбище сегодня идти. Как раз мы там выпьем немножко за отца. Сейчас. Ваш... Короче, я сам пью, да? Тот продаю. Я смотрю, румянец у вас здоровый, хороший такой. Я тоже люблю выпить. Да? Ну, ясно. Хорошо, спасибо вам большое. Я вас не буду снимать, если не хотите. Без разницы? Нет, товар у вас, товар смотрится хорошо, блин. Это у вас... Это у вас овечья и... Коровья, козья, овечья. Все козья, коровья, да? А как ты знаешь, коза. Все по 120. 120 килограмм, да? Да. Хорошо. А коровянка почем, вы сказали, у вас? 150 килограмм. 150 килограмм, да? Да.
было с утра, прийти, когда была гора вот такая. Серьезно? Да, вроде что-то. А? Уже нету. Валидай шкуру, девочка. Ну все, сегодня я уже не обедаю. Вы меня уже накормили сегодня. Хорошо, тогда мне еще копченого мяса вот этого дайте. Такого? Да. Сколько? Вот этот кусочек. Такой? А почем он у вас? На 140 гривен пойдет вам? Да. 140 и 60, 200 гривен. Все, годится. Пыльца есть, мед есть, сотовый мед есть, пирога, другая продукция. У всех разная цена, да, получается? Цена, да. Примерно в среднем 60 гривен у вас или сколько? А? Вы говорите, само 200 гривен, полкилограмма, да? Не, пол-литровая. Пол-литровая баночка. Это акация. А так есть и 100 гривен разные травы. 100 гривен, да. Хорошо, большое вам спасибо. Почем клубника? 100 гривен. Очень сладкая. Что вам дать, Даня? Это на 10 гривен. Девочки, мальчики, женщина, почем укропчик у вас? По 10 и по 20. По 10 и по 20? Я завтра буду я. Всегда. Да. Берем укропчик, наверное. Помидора, 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 клубника, девочки. И маленькую баночку грецкого ореха, наверное. Я поснимаю, можно, да? Можно. В принципе, я уже снимаю, без вас.